Успех любого руководителя зависит от правильного принятия ответственного решения. Добрый день, меня зовут Молотилин Игорь Николаевич. Я являюсь генеральным директором медико-психологического центра индивидуальности. На основе статистических данных, полученных нашими сотрудниками в ходе опроса 30 руководителей, на первое место в принятии решения ставится кадровый вопрос. Что такое кадровый вопрос? Это комплекс мероприятий, который включает в себя подбор кадров, профессиональное развитие кадров, назначение на руководящие посты, контроль за микроклиматом в организации, а также здоровье сотрудников. Возможно, в данную секунду вам необходимо принять правильное кадровое решение. Если вы успешный руководитель, то это предложение для вас. Человек – это биологическое и социальное существо с определенными физиологическими потребностями, опытом, знаниями, навыками, моралью, ценностями. Если же рассматривать поведение человека с позиции организации, то человек – это ресурс организации, который она использует в своей деятельности. По неофициальным данным, на предприятии более 50% сотрудников подвержены эмоциональному выгоранию, что приводит к увеличению периода времени на выполнение поставленных задач, а также болезни сотрудников, частым отпрашиванием с работы, вследствие чего нарушается звенья цепи рабочего процесса. Более 30% сотрудников не согласны с действиями руководителей, агрессивно настроены, носят смуту в коллектив. При решении кадровых вопросов важно учитывать не только профессиональные навыки и опыт, но и массу психологических аспектов. Например, вы набираете новых сотрудников. Кадровое агентство подберут вам кандидатов, обладающих соответствующей квалификацией. Но впишется ли этот человек в сложившийся коллектив? Комфортно ли вам будет с ним работать? Соответствует ли его психотип тем задачам, которые предстоит решать? Вы планируете повысить сотрудника в должности или поручить ему новый ответственный проект? Да, он отличный специалист, прекрасно знает специфику именно вашей компании. Но справится ли он с возросшей психологической нагрузкой? Ведь не все люди, будучи прекрасными специалистами, психологически готовы к руководящей должности. Вы не удовлетворены эффективностью своих сотрудников. Вы точно знаете, что у вас работают квалифицированные и опытные специалисты с высоким потенциалом развития. Но по каким-то причинам результат оставляет желать лучшего. По каким? Возможно, необходима небольшая коррекция микроклимата в коллективе. Возможно, ключевые сотрудники испытывают эмоциональное выгорание. Как эффективно решать эти вопросы? Здесь речь идет о психологических аспектах. Кадровые специалисты не всегда могут их решить, потому что не обладают должным уровнем психологической подготовки. Кадровые службы лишь подбирают сотрудников по профпригодности. Штатный психолог тоже не является решением, поскольку многие сотрудники не готовы на откровенность, опасаясь утечки информации к руководству. Служба безопасности реагирует в результате возникновения конфликтной ситуации, а не предупреждает о возможности ее возникновения. К тому же, для решения подобных вопросов вам не обязательно держать штатного специалиста. Разумнее пригласить эксперта со стороны именно тогда, когда он нужен, для решения конкретной задачи. Поэтому медико-психологический центр индивидуальности предлагает вам уникальную услугу – корпоративный психологический сервис, который позволяет выявить характерные особенности личности, оценить психологическое и психическое состояние человека. Такое знание в перспективе улучшает микроклимат организации, снижает риски возникновения психологических проблем в организации. Это позволяет качественно повысить уровень человеческого капитала в компании. То есть у вас возникает какая-либо задача или вопрос, связанный с личностными особенностями ваших сотрудников или с психологическим климатом вашей организации. Вы обращаетесь к нам, и мы даем четкое и однозначное решение. Например, подбор персонала. Подходит ли вам этот специалист с точки зрения психологической совместимости? Назначение на руководящие посты. Имеет ли кандидат необходимые личные характеристики для руководящей должности или для ведения конкретного проекта? Профессиональное развитие кадров, выявление наиболее перспективных сотрудников, коррекция микроклимата в коллективе. Очень часто это необходимое условие повышения производительности, индивидуальное психологическое консультирование. Обратите внимание, во всех этих случаях мы не пытаемся заменить службу подбора персонала, мы работаем именно с психологическими аспектами. Наш психологический сервис – это не разговоры за жизнь и по душам, это решение вашей конкретной задачи. Почему это выгодно? Надо ли говорить вам о том, что ошибки в кадровых вопросах
приводит к значительным убыткам. Мы страхуем вас от этих ошибок. В результате вы получаете идеально отлаженный механизм, в котором каждый сотрудник находится на своем месте и работает с максимальной отдачей, то есть приносит максимально возможную прибыль вашей организации. Почему медико-психологический центр индивидуальности готов гарантировать результат? Наш центр работает с 1995 года. Как медицинский центр мы имеем все необходимые лицензии и сертификаты. Наш штат – это самые разноплановые специалисты – психологи, психотерапевты и психиатры. За последний год мы смогли помочь более 12 тысяч человек. Среди них есть и сотрудники крупных компаний. Итак, если вы хотите иметь в своих руках практически безошибочный инструмент принятия управленческих решений, тогда сформулируйте свою самую насущную задачу, связанную с персоналом, которую мы обсудим в очной встрече. Готов к возможному сотрудничеству.